Дисклеймер. Выключи всю хуйню! Однажды на Луне однажды родился однажды необычный однажды малыш Эджан. Да ты заебал! И случилось так, что он попался на Землю, где попался и сдох. А вот что произошло дальше, мы с вами никогда не узнаем. Пилдарас. Ой. Дядя Шнюк, Маньша, что с вами? Получил письмо моей бабушки. Вот и нахуй отсюда ее. Голубая луна, голубая, голубая луна. Здравствуйте, дядя Шнюк. А вы не могли бы дать нам царские киски? Мы с Милой и Кузей хотим цветочки покурить. Ай, блядь, сука, нахуй, блядь. Вот оу. Хуй тебе. Кому такое может нравиться? Эту музыку слушает дядя Шнюк. Фу, наконец-то я дома. Как же я люблю... Говно! Почему? Предлагают самое вкусное. Ты чё, охуел, блядь? Лунтик. Закрой свой рот, ебучий, уёбок, сын ты сучий. Я каменщик, работаю 3 дня. Надо скорее домой. Вот бы ко мне кто-нибудь в гости пришел. Нихуя! Ну нахуй! Ёбаный в рот! Пиздец, граждане! Лунтик! Здорово. Я из компании Арифлейм. Не интересуетесь нашей продукцией? Да я тебе сейчас пизды дам! А, меня никогда не брали. Бабули, дедули, нет? Конечно, вешайтесь. Дядя Шнюк, я же забыл усадить вас на самое лучшее место. Прошу вас. Теперь вам удобно?